Вместе с вице-губернатором Анной Меньковой руководитель региона проинспектировал социальные объекты села Майкопского. Осмотрели местный дом культуры, сельскую амбулаторию и побывали в детском саду номер 7, один из корпусов которого был построен почти век назад. Главная проблема – отсутствие газа. Помещение по старинке отапливают печкой. По словам главы Гулькевичского района Виктора Катькала, на проведение газа необходимо 4,5 миллиона рублей. Можно вложить сумасшедшие деньги, но стоит ли того оно? То есть все-таки то здание, которое вы сегодня строите, но когда будет готово к сдаче? Значит, ну мы когда пройдем экспертизу, в вашу ситуацию возьмем под личный контроль, потому что новое здание, оно все равно будет экономичнее. Конечно. И с точки зрения пребывания детей в нем будет комфортнее. А это как бы мы его не ремонтировали, я еще раз подчеркиваю, в карете прошлого далеко мы не уедем. Также Вениамин Кондратьев провел совещание с активом района, на котором обсудили актуальные проблемы территории. Гулькевичский район сегодня занимает 38-е место в крае по социально-экономическим показателям. В последнее время увеличилось количество писем в администрацию края с жалобами от жителей. Это и стало причиной визита в муниципалитет главы региона.